Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Санч. Я художник, врач, а также учитель. У меня есть своя художественная школа «Волшебный мир». Проживаю в городе Бресте, Республика Беларусь. К вашему вниманию я хочу представить свою новую картину. Я ее назвала «Свобода». На ней изображены голуби, вынужденные покинуть свои гнезда. Картина написана маслом на холсте.